Доброе утро. В общем, у нас Алина там где-то едет. Я уже говорила, она поехала Антону костюм заказывала на Валберис. Костюм на Валберис Антону заказывала. И сейчас мы узнали, что Антон подъезжает. Да, да. Короче, собираются, поедут. Поедут Настя, Ирина и отец. И Алина сейчас подъедет. Закрывай, закрывай, ветер дует. Зарядки вот, бритву положила. А бритву положила? Да. Угу. Ага. Вот. Чтоб в шортах не ехать, Настя ей дала эти. Ага. Так, Ирин, вот еще. Это тоже все. Так, отсюда все забрали. Получается, ну, все, наверное, уже поняли, что Антон едет к Диме. Это называется, когда Дима сделал Антону отношения. Поэтому они будут там вместе. Вот Алина примчалась. Да, Настя там Матвей укладывает. Все, значит, сейчас поедут уже. Отец уже машину всю приготовил. Не жарко будет? Так, главное паспорта. Все взяли, да? Масло проверю? Масло. Вася вчера только сменил на чистое. Все. Наталиша. Ладно, все, с Богом. Все, давайте. Ворота подержу. Садись, Алиш, я подержу. Проснулся. Кто же уже обои отдирает, а? Кто обои обдирает? Блин, дай бог не сглазить. Но у нас Матвей просыпается, он всегда улыбается. А? Ты всегда улыбаешься? Я знаю, есть дети, которые проснутся и сразу реветь, орать начинают. Да? А ты улыбайся. Угу. Хорошо поспал? Дарина с ним тут была. Караулила. Что там ищешь? А, скоро. Вот она. Ага, сейчас. Вот. Покупали творог. Ирина так и не поела. Поэтому мы решили сделать оладушки с творогом. Вот Дариночка сейчас будет печь. Что ты там смотришь? Что-то интересное такое. Фильм. Угу. Российский. Советский. Угу. Ага. Чуть-чуть первый раз маслом смазывай. О, смотри, эти блинчики. Оладушки. Оладушки с творогом. С творогом? С творогом? Ну-ка, да, поверни-ка его. Ты подожди, повернись. Это, смотрите, он какой кудрявый становится. Как, скажи, не кудрявый? Отец кудрявый, мать кудрявая.
В смысле ты по жопе ему дашь? Женя, ты забыла, что я постоянно повторяю? Ах, она. Мы успели все пропылесосить до отъезда. По жопе вот так. По жопе. Что за нянька такая? Насте присылали в Инстаграм на рекламу трусики. Очень удобные. Ну вот не он, буду больше бить. Он постоянно возьми. В смысле не будешь бить? Вообще не надо бить моего славного внучочечка. Да, ты мой славный. Бабе хочешь. Хочу по жопе опять бить. Настя, говорю. Женя, девчонки нас не пускают к себе. Какие-то подделки все делают. Что вы там творите? Что вы там делаете? Санек съездил, подстригся. Вот себе подарок. Жень, ну не таскайте вы его. Ну пустите вы его на пол. Он убегает. Ну в смысле убегает? Пусть убегает. А какое право он умеет убегать? Какое право он... Не давала. Видишь? Не бери. Пух. Дай мне бери. Не заходи, тут подарок. Подарок там какой? Ну все, баба рядом будет сидеть. Баба рядом. Да, баба. Ты же награду ешь? Не знаю. Пробую, да, пробую. Уже можно, да, есть? Я не знаю. Я пробую. Ну, нормально. Ну ты же кисленький. Съела. Кисленький. Ну я-то понятно. Стая вышла погулять. Мои что-то ничего не пишут. Не знаю, где они. Время уже 7, да, Дарь, почти? Да. Да. Угу. Да, отец там ничего не говорил, поливать не надо, ничего? А? Нет. Не говорил? Нет. О, вот виноград лежит. Оторвали, наверное. Это не я. Ешь? Я не хочу. Должна я. Нормальный, вкусный. Ай. No. Ну, не созрел еще, да. Ну, ладно, ладно. У нас Дарина с Томой в магазин сходили. Пошли чисто из-за того, что чая нет. Ну, как раз чай, заодно купили хлеб. Хрустики, да? Хрутка называется, шоколадки. Сосиски и колбаску взяли. Что Женя сегодня полдня искала колбасу в холодильнике, не нашла. Мы пообедали макаронами, а сейчас на ужин я разогрею на сковороде на сливочном масле гречку. Не убирай сосиски, Саш, их надо приготовить в микроволновке. И мы сейчас поужинаем. Я сегодня не готовила, поэтому нас мало, зато мы макароны доели. Я их тоже пожарила на масле сливочном. Ореха нету. Нет ореха? Как будто просто шоколад. Только немножко ореха добавили, и все. Да, бывает много-много орехов, а бывает мало. Все, сейчас будем готовить ужин. Как раз поужинаем, уже все уберем, и на этом все. Время у нас 8. Ну, если девчонки захотят, потом попьют чай еще. Да. Ага. Вот немножко еще ладушек осталось с творогом. Да. Ну, короче, всегда открываем, если они пакетики, мы их открываем просто. Ну, так все открыли просто раз. Все прям. Открыли, а все оставили. Удобно так, куда открыть. Ну, хорошо. Чтобы они открывали, доставали, пожалуй, кидывать и так далее. Не муторно так? Долго, наверное. Так каждый открыл 10 себе. 10 минут. 10? Да, вышли. Вот такое. Что вроде открыла. Да? Да. С Верой. Ох. Прохладнее, конечно, не стало, но чуть-чуть хоть. Не надо, он не пристегнут. Я сама его. Чуть-чуть совсем. Мой любимчик! Мой любимчик вышел! Что ты на улице прохлаждаешься? Я животных кормила. Я думала, просто гуляешь. Да, Матвейка, просто?
пристегнуть тебя? Погулять везде, а? Давай, мама, я хочу погулять. Ну ладно, давай пристегну. Хорошо, я с вами. Подписано на новости Краснодара. Пишут, люди в Краснодаре на остановке сознание теряют. Конечно, такая жарень. А еще знаете, в чем проблема? Круглосуточные кондиционеры, мы тоже этим грешим, постоянно включены. И веерные отключения в Краснодаре. Вчера читаю чат. Кто на 16 этаже живет? Кто там еще выше там или ниже? Это представляете, света нет. И это вот подниматься столько этажей. И вот они там друг на друга. Типа понаехи, куда вы претесь, потом жалуетесь. В общем, вот так. Конечно, поднимись-ка. А я вот так вот думаю, а если скорая понадобится? Света нет. Лифты не работают. Как? Да? Я бы не хотела, конечно, жить в городе с такими проблемами. Хорошо, мы вот тут на земле. И то, если свет отключат, я не представляю, как жить весь день без света, без кондиционера. Ну, как-то же раньше вот жили же. Не было кондиционеров. Как-то вот люди же выживали. Сейчас даже к бабшуре сходить не могу. Нет возможности пока. Ну, сейчас пока есть время. Ну, как я пойду? Я же с Матвеем все время. Ну, Матвей, может, можно. Да нет. Да? Наши вообще не пишут. То ли связи нету, то ли что. Не знаю, что они там, как едут. Доехали, нет ли. Аккуратно. Саша сегодня съездил, подстригся. Ну-ка, повернись вот так. На велике ездил. Ага. Мы ужинаем, правда, поздно уже. Ну, София давно начала, сидит, доедает. Наши доехали, нормально все. Завтра обратно, потому что они еле-еле успели до комендантского часа проскочить. Так что, дорогие мои, уже сейчас будем скоро мыть детей и спать ложиться. Да, Софи? Сегодня будешь с Дариной спать? Да. Да, сегодня Дарина будет спать. Я буду бабой. Ой, я не могу. Я же с Матвеем буду спать. Ну, я же с Матвеем. А ты с Дариной и с Томой, ладно? Хорошо? Я вас не буду и вам. Ну ладно. Ладно, дорогие мои, все. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.